Моторное масло Liquimoly среди автовладельцев Украины является одним из топовых масел на рынке. В предыдущем видео мы рассказали об истории компании. Сегодня хотим вас познакомить с обширным ассортиментом этого производителя. В продукции Liquimoly имеется 33 различных варианта моторных масел. Это дает возможность подобрать масло под любой существующий на сегодняшний день автомобиль и пожелания владельца. Чтобы разобраться в марке и подобрать необходимое моторное масло Liquimoly, мы разделим продукцию этого производителя на три группы. Специальные, универсальные и фирменные. Для того, чтобы подобрать моторное масло под определенные категории автомобилей по состоянию и возрасту, за основу подбора берутся показатели щелочного числа. Показатель щелочного числа демонстрирует нам способность масла противостоять окислителям и реакциям старения. Чем оно выше, тем дольше масло сохраняет свои базовые свойства. В группу специальных масел входят масла Top Tech и Special Tech. Данные масла разрабатывались для удовлетворения требований клиента к различным типам присадок и вариантов вязкости. Щелочное число этой линейки составляет 6,63. Это невысокий показатель, но в ущерб быстрому старению масло продлит жизнь катализатора автомобиля, если двигатель страдает повышенным расходом масла. Советуем использовать его, если двигатель уже с приличным пробегом. При этом рекомендуем уменьшать интервалы замены, особенно если вы не уверены в качестве топлива. Следующая группа, которую предлагает нам Liquimoly, это универсальные масла Optimal, Life Love и Synthoil. Щелочное число этой группы в среднем составляет от 8,91 до 9,15. Согласно показателям щелочного числа, процесс старения моторного масла продлен в сравнении с предыдущей моторной группой. Это означает, что масло под воздействием температур и химических реакций при попадании в него серы и других продуктов горения топлива сохраняет свои смазочные и антикоррозийные свойства гораздо дольше, чем группа специальных масел. Универсальные масла подойдут автомобилям с системой выхлопа без сажевых фильтров или автомобилям с малым пробегом до 100 000 км, в которых нет проблем с повышенным расходом масла. Третья группа масел относится к фирменным маслам Liquimoly. В нее входят серии масел Liquimoly Most 2 Life Love и Molygen New Generation. Это группа с фирменными присадками на основе молибдена. На создание формулы Molygen New Generation в компании Liquimoly ушло около 5 лет. В результате разработки была создана и применена уникальная гибридная молибденно-вольфрамовая антифрикционная присадка, благодаря которой и ряду химических элементов удалось достичь рекордных показателей щелочного числа в 11,17. Это говорит о том, что данное моторное масло отлично справляется с окислителями и серой, которые попадают в него в процессе горения некачественного топлива. Рекордно сохраняет свои свойства в сравнении с группами универсальных и специальных масел и подходит для современных автомобилей, двигатели которых не страдают повышенным расходом масла. По результатам химической экспертизы лаборатории Virgin Oil Analysis, количество молибдена в Molygen New Generation составляет 91 мг на килограмм масла. Высокий показатель наличия этой присадки говорит о том, что масло обладает улучшенными моющими антифрикционными свойствами и улучшает коррозийную стойкость двигателя и его элементов. А высокая экологичность данного масла позволяет даже при столь высоком объеме присадок использовать его в автомобилях с катализатором. Но если автомобиль имеет проблемы, связанные с расходом масла во время работы, и в системе выхлопа установлены фильтрующие элементы, при всех плюсах фирменной группы рекомендуем обратить ваше внимание на первую группу специальных масел и остановить свой выбор именно на них с целью сохранения фильтрующих систем выхлопных газов. Таблицы продукции компании Liquimoly, разбитые на группы, вы можете найти в описании ниже. Надеемся, что этим видео мы упростим процесс подбора моторного масла марки Liquimoly. Если у вас еще есть вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео или звоните нам в автосервис Oiler, и мы подберем вам моторное масло. Приобрести официальную продукцию Liquimoly вы также сможете у нас. До встречи в новых видео!